цветом. Самки – это охра, желтая, зеленая земля и чуть-чуть киноврия для теплоты. И сделан приблизительно рисунок. По ходу работы он может управиться, смываться, переправляться. Вот сейчас я немножко подкладываю, утемнила немножко, усилила самки по теням. Камера прыгает во все стороны. Вот это я самки подкладываю туда, где тени. Там, где краска вот блестит, это она мокрая. Вот. Вот это я потом, окажется, делаю зря. Там вот такие темноватые эти пятна. Вот эти самки немножко прозрачны слишком. Его можно усиливать. Краска на кисти, она не плывет, но так она пластично ложится не совсем сухой кистью, но такой полусухой. Камера прыгает. Сейчас вот мы ее установим неподвижно, и тогда уже будет легко. Золото бликует, на самом деле самки более зеленые, чем здесь смотрится. Вся ключи на нашем телевизоре. Ага, вот тут поближе он по цвету, поближе, позеленее. Потом я беру охру с киноврию. Это вот первое охрение. Сейчас это мы камеру устанавливаем. Она у нас будет стационарна. И все время будет вот так и показывать столько лик. Белый совсем не такой яркий, как здесь. Гораздо мягче. Это я пытаюсь убрать блеск золота. Но как-то это не очень получается. Вот видно, что немножко голова кривая. Это я увидела только, когда просматривала. На доске не видела. Это надо будет выправлять. Он скошен. Тут надо или над ухом немножко убрать, или над виском немножко прибавить. Там блестит то, что я самки положила, но рука скрывает. Ага, вот это я кладу первое в охрение. Это охра с киноварью. Вот прям видны площади, которые я закрываю. Совсем темно стало. Илюша, куда там свет девался? Не знаю. Вот таким тоном и таким цветом. Охра с киноварью. Это по самым большим площадям кладется, по самому большому объему. Ой, прыгает, как блоха.
вот так кладу краску, чтобы границы, на границе очень прозрачная, и ее почти не видно, практически не видно. Вот краска с кисти не стекает, а вот так вот мягко ложится. И можно ее растягивать, сплавлять совершенно с незаметной границы. Очень постепенный можно делать переход. Вот ее растягивать к границе с санкирем. Тоненько-тоненько можно. Ну-ка. Ага. Вот видно, как на границах она мягкая. Ага, во-во-во-во. Вот это все одна и та же краска. Охра и киноварь. Вот это я размываю, разгоняю. Вот и тут свожу на нет. Вот видно, как она сплавляется мягко по границам с анкирем. Это такая подкладка, под глазами я еще не положила. Вот это я тут усиливаю. Вот. Такими мазочками мягкими. Вот тут можно усилить. Это можно делать 2-3 раза тоненькими постилами, тоненькими слоями, чтобы набрать цвет там, где нужно, и чтобы был более плавный переход. Во-во-во, вот так вот. И вот там мягкий-мягкий получится переход. Из того, что я кладу несколько раз, но каждый раз прозрачно. Нос надо сделать. Нос усилить. Вот видно, как на носу прозрачно еще лежит краска. По несколько раз, и набирается сила цвета.
как-то еще это подсилили. Вот она подсыхает, и я еще раз вот нос усилить. Это я сейчас набираю плотность цвета. Вот то же самое руки. Вот тут сейчас видно по цвету правильно. Киноваль тут смотрится рыжей, но она не такая рыжая, она более алая, более малиновая. Она холоднее на самом деле. Илюша, ты еще с руки снимаешь, да? Мы ее еще не установили. Он все прыгает. Вот еще надо набрать там цвет. Вот киноварь с охрой. Вот она не жидкая. Она такая даже чуть-чуть вязкая, она не течет. И ее чуть-чуть, она очень сильная по цвету. Вот и несколько раз кладется прозрачно. Я уже кладу ее только по центру. Золото так бликует, что цвета не видно в самкире. А, это я отвлеклась на Георгия.
стационарно. Но зато уже ни ближе, ни дальше, да, не будет. Можно. Вот теперь охра. Теперь же чистая охра, чистая желтая охра. Я уже не по всей площади закрываю, а меньшей. Тяну вниз и ослабляю. Тоже прозрачно несколько раз. Вот здесь я кладу сильнее и ее растягиваю. Свожу на нет. Вот так вот. Вниз. Вот это второе вохрение. Вот она еще слабая очень по цвету. Надо набрать сильнее цвет. И пока там подсыхает, можно делать остальное.
Вот это я ухры набираю свет. Илюш, а убрать вот это август 25 уже нельзя? Ты уже записалась, да? Ну? Вот это нельзя убрать, август? Да, это уже все. Уже все, да? Да. Мам, ты знаешь, сколько в Лондоне? В Лондоне, оказывается, больше всего людей в пожарах убивают. Ну, ты записываешь все? Записываю. 121 человек погиб. Вот это все второе в охрене. То есть я набираю свет, силу цвета, и свет высветляется. Угу. Это основное вохрение, потому что именно здесь в основном уточняется и лепится, выстраивается форма. Но здесь уже надо делать очень внимательно и осторожно, тщательно. То есть это основная моделировка. Плохо видно. Солнце куда-то зашло, или я отошла.
Вот этой же охрой можно сделать волосы. Пряди. Ну, вот это та же самая вторая, чистая охра, но прозрачная. Вот их пока еле-еле видно. И не вижу, что кривая голова. Вот пишу слишком близко, привыкла и не вижу. Ну нифига себе. Илюша пишет. Мама, ты моего возраста мальчишка не там фарму прислала. Да. Это где? В Баку. Кем ты родился ты? Правлю. Исправляются границы. Вот это охра с киноварью, первой охрой. Вот тут видно, что граница между первой и второй охрой практически не видно, невозможно ее увидеть. Они сплавлены. Одна в другую переходит очень плавно. Ну-ка еще. Камера плохая, Илюша. Ну, видно, что внизу лежит красная охра, а сверху лежит желтая. И из-за того, что она лежит на красной подкладке, на теплой, она тоже смотрится теплой. А сейчас мы будем давать холодный свет, уже киноварь с белилами. Не киноварь, а, простите, охра с белилами. Чуть-чуть разбеленной охрой, а уже будем делать самые светлые места. Это бледненько. Ох, разбелился. Чуть-чуть. Это чтобы они не проваливались. Вот, ох, разбелилами. Вот я уже начинаю высветлять. До сих пор это все тонально было, в общем, одинаково. Тонального перепада не было. А теперь мы уже будем давать тональную разработку. То есть высветлять. Вот это же пошел свет. Пошел тон светлый. Очень-очень прозрачно. Вот видно, что она там разбеленная, но слабо. Вот она не течет прозрачно. Я уже высветляю.
такая прозрачная, что ее практически не видно на экране. Вот сейчас видно, вот видно белое пятно, такое высветленное. Бьет кончик носа. Нос свет идет справа. Вот я думаю, чуть-чуть посветлее, чтобы усилить свет. Свет усилен. Уже не цвет, а именно свет. Сейчас мне надо, чтобы там немножко подсохло. Будет уже видно лучше. Тут видно, что там охры не хватает слева. Свет усиливаю. Слева. Немножко. Добавить фигу.
вот это я теперь взяла чистую охру и прикрываю границу между, там охра чистая, между этим разбелом и вохрением, то есть сплавляю. Вот теперь граница будет не видна. Когда охра лежит на белом, то она смотрится совсем другим цветом. Она все соединит сейчас. Вот это я охрочкой. Сплавляю вот эти высветления, разбеливания с основным вохрением. Вот. А белое остается чуть-чуть. Такая разбеленная охра остается только в самом светлом месте. Вот это охра чистая. Я работаю чистой охрой. Вот я прикрываю эти выбеливания. Почти все. Опять сплавляю. Вот эта охрочка. Границы закрываю. Вот сюда. Не хватало света. Я уже под движки светлым, опять светлым, вот опять охра с белилами. Оттягиваю немножко. А вот так вот в основном моделировка закончена. Уже вроде как предварительный рисунок был более-менее правильный. Его уже можно усилить. Спустя.
Это прорисовка волос. Лёш, ты не стучи, потому что пишет. Это более темный, усиливаю рисунок. Это уже движки. Движки или оживки. Это неправильно делать, их надо делать столбами. Это уже чистые, почти чистые белила. Я в них чуть-чуть охры добавляю. Движок. Движки.
Эти уже белые волосы. Вот по два движка на прямочку. Потом волосы можно сверху очень прозрачно прокрыть или охрой, зеленью, или каким-то коричневатым тоном. Можно сделать потеплее, похолоднее. Волосы еще раз прозрачно прокрою. Да, чуть-чуть рисунок усиливаю. Уже в последней очереди зрачки. Прикрыть притяночка.
контуру. И чуть-чуть потушить, пригасить немножко. Не делает, не держит фокус.